Всем доброго дня! В этом видео мы рассмотрим, как можно сделать утяжки под глазки и ротик вязаной игрушечки. Рассмотрим на примере зайки, вязаной крючком из фантазийной пушистой пряжи. Для работы нам понадобится, конечно же, сама игрушечка, длинная иголочка, плотная нить такого же цвета, как и игрушечка, ножнички и булавочки для разметки будущих глазок и ротика. Сначала булавочками отметим места будущих утяжек. Мы будем делать утяжки для глазика, обязательно смотрим, чтобы глазки были симметричны. И ротика. Вот так, я думаю, будет хорошо. Теперь заправляем ниточку в иголочку. Узелок не вяжем. Протягивать иголочку будем через затылок, но обязательно между петелек. Выводим иголочку вместе будущего глазика. Оставляем на затылке длинный конец нити. Теперь вводим иголочку через одну петельку и выводим вместе ротика. Повторяя процедуру, пропускаем одну петелечку. Вводим иголочку и выводим вместе второго глазика. Обязательно смотрим за симметричностью. Булавочки можно удалить. Вводим через петельку и выводим в том же месте на затылке. Обязательно между петелек. Теперь нам нужно затянуть нить. Так как игрушечка пушистая, утяжки немножко плохо видны, но я думаю, вы поняли процедуру. Ну, видно, видно ротик, видно глазки. Когда затянули нить, нужно завязать плотный узелок. Нить обрезаем. Узелок должен спрятаться вовнутрь под силой натяжения. Мой узелок спрятался, осталось только спрятать торчащие концы нити. Для этого с помощью крючка прячем концы в то же отверстие.
Утяжки готовы. Теперь можно пришить глазки и вышить носик. Один из вариантов вышивания носика вязаной игрушечки мы рассмотрим в следующем видео. Ссылку на него вы видите на экране и в описании под видео. Спасибо, что заглянули на мой канал. Подписывайтесь и смотрите другие видео. До новых встреч!